Вот сейчас послушайте эту же самую песню не на рояле, а в оркестре. И, кстати, сравните, насколько оркестр... Рояль – чудный инструмент, я его страшно люблю и очень люблю слушать пианистов. Но насколько оркестр больше таит в себе всяких возможностей, чем рояль. Хотя одно другого, конечно, заменить никогда нельзя. Вот послушайте эту песню. Постарайтесь трубу услышать гарниста. Хуже всего ветерок звучал, его здесь почти не слышно в записи. Волны уже слышны ясно, да? И вот вы уже видите, что какие-то моменты изобразительные уже не просто при помощи барабанов, как можно давать грозу, скажем. Кто волны играл? Кто из вас знает? Арфа изображала легкий плеск волн. А ветерок кто? Кто может сказать? Знаете, когда струнные играют, вот правильно, да, легкое такое движение по струнам, шелест такой, да, тремоло это называется. Ну и горн, понятно, и только труба играла за сценой. Но вы не обратили внимание, что труба играла пионерский сигнал, спать, спать, да, только в миноре, а не в мажоре. Вот вам еще один пример. К этой песне можно добавить несколько деталей, каких-то несколько подробностей, и эти подробности уточняют характер. Кстати, очень много музыки композиторами сочинялось о воде, о море, о фонтанах даже, об океане. Кто из русских композиторов? Очень много, ну кто? Да, Римский-Корсаков, да. А вы знаете, что Римский-Корсаков был моряком? Он ведь окончил в свое время морской корпус, морское училище и совершал кругосветные путешествия по морю, любил море и очень его хорошо изображал в самых разных видах. Но известно, скажем, как замечательно у него изображено море Шахерезаде. Шахерезада. Это симфоническая поэма по арабским сказкам «Тысяча и одна ночь». Я вам сыграю самое начало. Море спокойное,
Величественное море, и волн нету, но вы чувствуете, когда даже спокойное море чуть-чуть колеблется. Когда начинается буря, музыка уже становится другой. Один на другой, уже совершенно другой характер музыки. Это тема, которая очень увлекала композиторов, тема природы. Но даже тема природы в музыке, она всегда все-таки шла через восприятие человека, через чувство человека. И поэтому мы в этой музыке слышим не просто волнение моря, правда? А взволнованные чувства слышим. Никогда музыка не может изобразить что-то, отвлекшись от человека. При желании можно было бы сделать еще, знаете, какую программу. Как композиторы изображали различных зверей, различных птиц, различных животных. Представьте, здесь даже можно было бы целый птичник сделать, скажем, взять у Мусоргского таких цыплят. Цыплятки такие. Взять у французского композитора Рамо такую курицу. Видите, куда? У Римского-Корсакова взять такого петуха. Все это передает какой-то характер. А когда мы с вами встретимся с сочинениями Прокофьева и послушаем внимательно его замечательную симфоническую сказку «Петя и волк», вы помните, вы знаете, вероятно, да, большинство, там есть и птичка, и кошка, и волк, и все это находит свои краски, свое выражение в музыке. Вот в качестве последнего примера я вам хочу привести из Римского-Корсакова тоже, из оперы «Сказка о царе Салтане». Вы знаете, что Римский-Корсаков написал 15 опер, и среди них почти, если не почти все, то, во всяком случае, большая часть этих опер связана с сюжетами сказочными. Он очень любил русскую сказку и написал несколько замечательных опер, в том числе «Сказку о царе Салтане». Кто из вас видел на сцене «Сказку о царе Салтане»? Кто-нибудь? По радио, во всяком случае, вероятно, какие-то отрывки слушали наверняка. Я вам покажу сейчас один отрывок из этой оперы, который связан вот с каким эпизодом. Сказку Пушкина, я надеюсь, вы помните все хорошо, правда? Вот, когда царевич Гвидон в результате всяких печальных приключений оказался на острове, ему захотелось попасть хоть на минуту к себе домой, повидать своего отца.
И тогда царевна Лебедь что с ним сделала? Какое превращение? Да, превратила его в шмеля, и этот шмель полетел, и он кого ужалил? Вы помните? Повариху, ткачиху и бабариху. Тем трем злым женщинам, из-за которых он терпел столько бед. И вот Римский-Корсаков великолепно в музыке изобразил полет шмеля. Мы привыкли к тому, что когда мы слушаем отдельно полет шмеля, это играет только или оркестр, или какой-то один инструмент. А в опере что в это время происходит? Когда шмель полетел, царевна-лебедь вслед ему поет вот такие слова. Ну, теперь, мой шмель, гуляй, судно в море догоняй, потихоньку опускайся, в щель подальше забивайся, будь здоров, Гвидон, лети, только долго не гости. Вот эти напутственные слова поются уже, когда шмель летит. Вот послушайте сейчас. Шмель, гуляй, судно в море догоняй, потихоньку опускайся в щель, подальше забивайся. Будь здоров, Гвидон, лети, не гости, лишь долго там. Движение его какое-то ощущается. И вместе с тем увлекательная музыка. Это сочинение отдельно любит играть скрипачи, отдельно очень любит играть кларнетисты. Я слышал трубача, который играл замечательно на трубе этого шмеля. Я слышал, на ксилофоне играл один мальчик. Эта музыка, есть в ней какая-то такая привлекательность. А в чем ее привлекательность очень большая? Как по-вашему? В необычайном движении, правда? В необычайной стремительности какой-то. Вот летит, вот чувствуется свобода какого-то полета в этой музыке. Это, очевидно, и увлекает очень и исполнителей, и в том числе и маленьких исполнителей. Так вот, ребята, мне об этом сегодня и хотелось вам рассказать. Значит, давайте подведем итог. Первое. Музыка – это искусство, которое в первую очередь и главным образом настроение человека, все, что связано с тем, что мы называем внутренний духовный мир человека, правда? С его радостями, его печалями, его необычайными какими-то подъемами, а может быть иногда с очень грустными состояниями. Причем не только одного человека. Мы дальше встретимся с такими произведениями, которые выражают настроение, мысли и чувства огромного количества людей. Да вы уже знаете, скажите, песня, разве песня каждая выражает настроение одного человека? Нет. Конечно, нет. Как правило, если бы песня выражала настроение одного человека, а такие песни иногда сочиняются, то кто их поет только? Тот, кто сочинил, да, конечно. Тот, кто сочинил, тот и поет. Это очень печальная судьба, не получившаяся песни. По-настоящему песня выражает обязательно чувства, мысли, желания, помыслы какие-то, идеалы многих людей. Чем больше вокруга людей, тем больше эта песня и поется. Но есть в музыке интересные
еще подробности, которые встречаются довольно часто. Вот эти подробности, как мы называем, вот то, о чем сегодня шла речь, иллюстративный, да, момент, который иллюстрирует, то есть изображает что-то, что существует в природе, независимо даже от человека. Главным образом в природе, скажем, в современной жизни, в музыке изображается иногда и звук движущегося поезда. Когда мы слушали с вами попутную песню Глинки, вы помните, да? Вот это все дополнения, которые дают возможность композитору уточнить, сделать более понятным, более точным то, что он хотел в музыке изобразить. После этого я хочу только, чтобы вы не путали двух вещей. Бывают названия пьес, вы читали, должно быть, и слышали, «Утро» или «Вечер», там «Вечер на реке» или просто «Вечер», так? И у вас может возникнуть вопрос, а может ли музыка разве изобразить «Утро», а может ли музыка изобразить «Вечер»? Она может передать нам какие-то ощущения, что мы почувствуем, что это утро или вечер. В музыке можно выразить просветление. Вечер – это затемнение постепенное. В музыке можно выразить постепенно наступление более сумрачных звучаний, большей темноты. Но это не есть изображение того, что на самом деле в природе. Музыка изобразить этого не может, и не нужно от нее этого требовать. Мне хочется вас теперь спросить, только все ли вам сегодня было ясно? Да. Если все было сегодня ясно, тогда на этом мы закончим наш четвертый разговор о музыке. И до следующего раза. Всего хорошего.